27 февраля 1943 года советская армия взяла опорный пункт деревни Чернушки Псковской области. В историю это событие вошло как подвиг Александра Матросова. В ожесточенной битве он пробрался к вражескому дзоту и грудью лег на амбразуру. Пулеметный огонь прекратился, что обеспечило продвижение наших войск. Вы знаете, вся наша сторона перешла в наступление. Весь наш фронт, все дивизии и полки, все наши соседи справа и слева, все двинулись вперед. И только мы стоим на месте. А это значит, бежим назад! Сейчас мы самые последние на нашем фронте. Все. А теперь идите. Есть! Воспитанный в детском доме Александр Матросов, молодой 19-летний парень с нелегкой судьбой, не только закрыл амбразуру вражеского дзота и обеспечил успех своего подразделения, но и спас жизни многим своим товарищам. За совершение подвига он получил звание Героя Советского Союза посмертно. Александр Матросов, как и многие его боевые товарищи, отдал свою жизнь за свободу нашей Родины. Этот подвиг стал настоящим символом мужества, героизма и воинской доблести, любви к Родине и бесстрашия. Именно такие поступки и помогли одержать великую победу в страшной войне.